А что если сделать какого-нибудь героя тупым? Тупым, именно тупым, загнать интеллект в минус. У шамана в минусе интеллект. Мы шамана попустили в минус интеллект. Найс. Как ему маны вообще хватает? Старите на мой дэмэдж от волка. Волк мне добавляет очень много. Сколько? 180? Соточку дэмэджа добавляет. 1700 с манаверна. Вот псих, а. 1700 с манаверна. У нас там сторона падает. Сюда его. Все. Отходим. Отходим, пацаны. Хейт-шоу удалось. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксаназ, и сегодня у нас новый видос рубрики «А что если?». Я сидел и думал, давно, если честно, хотел записать этот видос, а что если сделать какого-нибудь героя тупым? Тупым, именно тупым, загнать интеллект в минус. Мы сейчас это попробуем сделать, ребят, интеллект в минус загнать. Я такого, если честно, нигде не видел, и сегодня хочу это увидеть. Поэтому, ребят, давайте, чуть-чуть поднапряжемся. Конечно же, делать мы это будем с помощью сайленсера. Ну и попробуем, конечно же, все везде успевать, чтобы можно было собрать инту со всех персонажей и кого-то из них сделать тупыми. Из этих персонажей, которые у нас вот здесь вот будут в ячеечке. Это реально будет интересно, обязательно поставьте лайк. И, конечно же, подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропускать другие видосы, ребятки. Ну, давайте попробуем. Сейчас попробуем эту тему делать. Надеюсь, там ребята возьмут как хочешь. На Верочку. Сразу. На Верочку. Если хотят, ребята, брать какого-то сильного персонажа, пусть берут. Моя задача сейчас главное взять сайленсера и погнали. Выберем кого-то из персонажей, у кого поменьше интеллекта, и затушим. Интересная тема будет. Как думаете, получится у нас что-нибудь или нет? Я, если честно, не знаю. Но я хочу это попробовать. Хочу попробовать эту тему на вкус. Собираться я тут буду очень необычно. Вы это посмотрите. Я не буду спойлерить, как я буду собираться. Но в целом, думаю, по тем заставочкам, по тому монтажу, который я делаю в начале, вы, в принципе, спалили уже Затар, поэтому как бы... Ну да ладно. Так. Так, кто там более тупой? Руф. Его будем тушить. Ну, Руфа вроде, по-моему, там силы много, инты не особо много. Сейчас посмотрим. Руфа будем тушить или кого-то... Ну, посмотрим сейчас по ходу игры, потом уже будем... Потом просто посмотрим. И будем стараться фокусить. О, да, мной. Неруба взял. Хорош. Я, если честно, специально не банил Неруба. Хотел посмотреть, насколько сильно он будет жать меня, Неруба. Лучше? А лучше вообще... Неруба попустить. Рили, если Неруба попустим, это вообще пушка будет. Прикиньте, Неруб, который без интеллекта. Это же прям, ну, прям пушка. Либо Неруб, либо Руф. Тут две цели у нас. Сейчас мы это попробуем законтрить. Либо Неруб, либо Руф. Посмотрим. Кстати, неплохо он пикнул, молодец. Так, ну пик у них такой неприятненький, собираться я буду Full MS. Корни чтоб не давал. Тоже можно. Если я недалеко, не спешите убивать. По чуть будем грызть инту. Magic Ends. Хорошо. Так, пак будет в центре, да? Курочка у нас есть, это самое главное. Ребятки, не забывайте подписываться на YouTube, не забывайте подписываться на ТГ. В ТГ-канале мы общаемся, в ТГ-канале я анонсирую все интересные моментики, которые у нас происходят по видосам, по жизни. И в целом мы там просто сидим, общаемся. Поэтому, ребятки, не забывайте, если хотите поучаствовать, так сказать, в нашем деле там так. Руну я очень хочу забрать. Вот если Руфа заберем, будет очень хорошо.
А, далеко, далеко. Далеко уже. Но Руфа заберем, я думаю. Хорошо. Хорошо. Отдал. Отдал хил, но принесу себе, ничего страшного. Ничего страшного. Я думал, не дотянется на паке. Так, против пака нужно будет качать 2-3. 2-3 нужно будет качать. Постараемся пака затушивать. Оп, хорошо. Поставим в наглую, может не обратит внимания. Собьет, собьет, ничего страшного. Если собьет. Хорошо. Ух ты, как он кайтит. Только ничего не кайтит. Кстати, пак очень может хорошо сайленсера в миду напрягать. Нужно просто уметь. Качаться будем гибридно. Единицу тоже будем брать. Хорошо. Единицу будем брать. Даже максить пытаться ее будем. Оп, а что, не кайтишь? Вот дает, вот дает. Хорошо. Пойдет. Пока такое у нас. Напряжение серьезное. На миду. Серьезное напряжение. Давайте немножко поднимем себе хитпоинты. Я вот так сразу сделаю. Принесу сапог и ману. Будем стоять чуть лучше. Оп, хорошо. Не добью. Печалька. Сейчас придет мне сапог. Можно будет попробовать побить его немножко. На паке. О, найс. Отлично. А вот это плохо. Ой, хорош, лучший. Фиссурник. Смотрю по карте, идет кто-то. Но не думал, что это фиссурница наша. Прям лучший, хорош. Первое, что мы будем собирать, тут я сапог оставлю. Вообще было бы круто начинать с мидаса. Чтобы можно было выфармливать быстренько. Но надо сначала что-то активное. Поэтому начнем, скорее всего, с фазов. На фазиках будем эту всю тему делать. И желательно иметь телепорт. Желательно. Гоу сразу сбегаем. Э, Руфа. Хорошо. И ТПшечку. Гоу. Хорошо, инту главное, инту собрали. Дядя не уйдет, да? Да пофиг мне, буду бить. Нерубу без инты оставить, это конечно из области фантастики, но в целом это может получиться. Так, шаман еще пришел, это жестко, жесть у нас тут. Драка еще, наверное, пак по речке идет, я не видел. Сори, 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 за мной побежал. Попробуем, да, там пак в спине. Пак в спине. Хорош, про тайминг, да? О, ничего страшного. Нормально, забираем. Забираем все равно. Или нет? Жесть. Руфа, давайте, блин, или спектру. Ну, бьемся просто. Бьемся. Просто бьемся. Инту надо, ребятки. Оп. Но инту я не получил, к сожалению. К сожалению. Это у нас тут файты. Это у нас лютые какие-то файты. Надо на базу сбегать. Давайте возьмем ботл. На базу сходим. Я Б. Я Б и Г. Хорошо. Погнали на базу, ребятки. Так, у нас скролл-порты лежат на базе, да? Уф. Вот это мы сейчас подрались. Жестко. Что там у Руфа надо будет посмотреть? У Пака у нас 30-ка интеллекта, запаришься выкачивать. У Неруба 22. У Неруба 22 интеллекта. 22. У Руфа, сейчас посмотрим. У Руфа что-то типа 16 должно быть. Я думаю, это так. Ну, Руфа, наверное, будем пытаться фокусить все же. Руфа пытаться фокусить будем. Эх, там ЕС погибает молодым, да? У Руфа. Сколько там у Руфа? Сейчас пойдем на топе, посмотрим, сколько у Руфа. Иду. Руфа кошмарить. У него там 16, самое то, 16 инты.
Самое то. То, что нам нужно. Руф — идеальная цель в этой катке для нас. 16 интеллекта у него сейчас. Мы его будем тушить. Хорошо. Выходи, но ты сейчас сдохнешь. Хорошо. 16 интеллекта у Руфа. Это хорошо. Так, я глобалку, наверное, брать не буду. Я возьму тройку. Глобалку возьмем на восьмом. Так как мы сейчас активно играем, нам это будет на руку. Будет на руку. То, что я не беру глобалку. Но сейчас у нас нету тимфайтов, поэтому не вижу смысла брать глобалку. Вот, ну реально. Реально, тимфайтов нет, поэтому нет глобалки. Оу, oh, ноу. No. Так. Ждем Руфа. Руфа. Там еще Неруб шестой, да? Нет, четвертый левел у Неруба. Неруба запаримся выкачивать. Но если катка будет долгая, в любом случае выкачаем. И Неруба. Хорошо. Надамажу сейчас нормально. Опа, надамажил. Так, первую беру. Хорошо. Хорошо. Ребята тоже работают по боковым. По боковым работают. Ботл возьму. А Руф там корни кидает на крипов. Го Руфа искать. Кто-то там уже меня гангать собрался, да, шаманчик? Так, еще вардик. Хорошо. Руфа надо искать. Руфа найдем, убиват. Надо его, убиват. Главное ему не качаться, чтобы инту он не получал. Тогда будет офигенно. Если он не будет получать инту, соответственно... 14 интеллекта у пацана. У него там 180 маны. Во, вот этого можно. О, хорошо. Хорошо. Рубчик внизу. Так, next dagger беру. Next мне нужно dagger взять. А, прикинь, да? Вот это я лоханулся сейчас. Но не успел. Восьмой левел вижу есть. Не успел я закинуть. Так, нерубчик пришел. И у нас тут рубчики есть еще. Вот так вот сделаем, покошмарим. Пойдем ману попробуем взять. С руны. Или не возьму уже. Да, не возьму. Руб тут. Пришел. Шамана, нет, го туда. Го туда. Что-то такое, маны нету, но сейчас даггер надо сделать, и с даггером чуть повеселее будет. С даггером повеселее чуть-чуть будет. Очень много сейчас просадил этой глобалкой. Хорошо. Но Руф заметили, не выходит. Там просто седьмой слот, он зашел, и он знает примерно, что мы будем делать. Знает примерно. Поэтому он может Руфу сказать, что парень, типа, иди по АФКш, они тебя будут охотиться. Это же будет нечестно. Руфа хейт. Руфа хейтить надо, ребята. Где он? Искать его надо. Плохо, походу, не подзакрыл, да? Походу, не подзакрыл. Достану, не достану, не знаю. А, не достаю. Го на базу. Не вижу смысла здесь бегать сейчас. Не вижу смысла здесь сейчас бегать. Третий левел. Он просто реально где-то, походу, стоит. Где-то стоит, походу. Вот поэтому некоторые моменты я стараюсь писать именно без подписчиков. Потому что если подписчики, ну, что-то вот такое вот догадываются, да, до контента. Ну, конкретно, я думаю, седьмой слот там сказал, что будем хейтить, собирать интеллект и... Он просто специально будет руинить видос, он просто встанет где-то и будет стоять. Ну, как просто, я не знаю. Ну, нам проще будет пака выкачать, я так смотрю. Пака будет проще выкачать. Или сало. Ой, сало вот этого пацана, шамана, я не знаю. Вот он, Руф. Руф, Руф, Руф. Хорошо. Руфа туда же. Найс.
Красава. Так, сейчас тут у нас еще будет, по идее, Неруб под ногами или Неруб внизу? Нет, внизу, да, Нерубчик. Урна нужна. Ладно, что? Только урну сделаем. Хорошо. Погнали. Я глобалку нажму. Хорошо. Пойдет. По красоте только сейчас, мне кажется. Неруб вылезет. Нет, норм. По красоте сделали. Так, у меня есть урна. Вот здесь вот надо поставить вардик. Вардик, Нерубчик на миду. Ага. И здесь вардик к нему. Да геройчик нужен. Я совсем не фармлю, стараюсь максимально бегать. 12 интеллекта у пацана. Сейчас апнет левел по-любому. Это плюс интеллект. Это плюс интеллект будет. Уже... уже видят, что бегут. Дерись, что делать. Что делать, дядя? Руфа, 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 дядь. Четвертый левел. Апнул. Это плохо. Хорошо, это минус. И это минус. Так, Нерубчик где-то должен быть еще, дружочек. А это страшно, вон он, да. Хорошо, у Руфа там 12 вроде. Душим. Надо душить. Там у тебя батлыги нету? Хорошо. Сейчас даггер срочно нужен, в срочном порядке даггерочек. Хорошо. И по чуть бегаем. Успехи сколько инты? 25, ну умная. Умная. Не умрет. Не умрет. А так умрет, да. 31 интеллект. О, он туда прыгнул. Go. Вот так подхилю. О, корни. Блин, рупа надо, вот это вот, если честно. Глобалку даю. Так, у меня проблема, пацаны помогут чуть-чуть. Хорошо. 26 интеллекта у Неруба. 26. Будем мониторить постоянно, сколько интеллекта, да? Постоянно, сколько интеллекта. Я бегу. Ждите. Ждите, я бегу. Хорошо, да, герочек есть. Первый артефакт на мобильность у нас имеется. Далее юльчик. Можно было прям по качественному. А Руфчика надо искать прям. И этому маны надо будет дать. В миду драка какая-то. О, вон он. Десять. Еще несколько раз его убиваем. 5 раз. И он у нас будет туговатый немножко. Нифига ты там прыгаешь, МХ. Пойдет. Мы жестко кошмарим. Вардинг очень хорошо расставили. Вардинг имеется. Можно двигаться аккуратненько. Желательно гем вообще взять. Чтобы Неруб меня с одного моноберн не убил. Ну и потом, конечно же, в любом случае интата у нас соберется. Какое количество, я не знаю пока. Какое количество, я пока не знаю. Но самое главное, это нам оставить кого-то в тупых. Выразимся так. Какого-то персонажа надо сделать прям минус 7 интеллекта. Вот так вот прям, минус 5. То есть вот такой вот хочется момент. Вот такой момент хочется. Так, ну ищем. Ага, вард снимает пак, молодец.
Спектра идет. В спектре много интеллекта, она умная. 27. Вон он идет. Хейт контора, пошла. В атаку. Пошло, пошло. Ладно, глобалку юзану. Хорошо. Найс. Успели все это сделать. Да, там вард поставили. Это плохо. Это плохо. Руфа надо еще несколько раз. Еще несколько раз. Так, дай пробегу. Спека ультанула. Оп, хорош. Хорошо, далее. Фармим, парни. Задача не вин, а Руфа сделать тупым. Тиста, ну получается хейт шоу. Блин, не успел рунку взять. Берем сентри, погнали. Берем сентри и погнали. Руф, молодец. Не это. Не сдает позицию. Так, сентричок имеется. Руф тут. Вон он, да, гоу. 8 интеллекта. 6 там. О, здорово, я умру сейчас моноберна. Нет. Ты прикинь, да? И я сейчас могу умереть. Жесть. Это что такое за покемоны? Сентри не успел я поставить. Он мне 500 сенты уже бьет. У меня плюс 4 интеллекта, мне ничего на инту нету. Это такая изюминка на торте у нас получается. Изюминка на вишне. Изюминка на вишне. Сколько? 27 успехи. Ну, он на месте у нее стоит. На месте. Эх, не успел подсейвить. Ну, отойти, отойти. Так, почти. Void Stone, да, появляется. Вот все-таки фармить намного лучше, нежели чем... Ну, лучше подфармливать и файтиться. Намного лучше заходит. Потому что я смотрю, у меня крипов нету, но очень много фрагов. Но это не решает особо. Я смотрю, золото у меня на месте стоит. МП только на дуэль. Надо искать Руфа. Руфа искать. Опс, и сентри, хорошо. Сняли. Будем аккуратно подснимать тоже. Глобалку нажмем. На всякий случай. О, ныру вовремя вылез, там же есть. Дядя, ну урну кину, нет, не успел. Ага, вот так вот значит, да? Пойдем в руну. И к ребятам. Рубчика. Стой. Жди. Пытаемся, пытаемся. Хорошо, хорошо, собираем. То, что нам по праву. То, что нам по праву собираем. Так, и вот эту вещь, да? Чё по вардам? Вардам. Руф где? Качается, 8 инты там уже. 8 уже. Мы опаздываем, ребята, надо двигаться. Го! Опаздываем. Качается Руф, нельзя ему допускать эту тему. Прям под тэшку, ищи, ищи, ищи. Гав, пас. Пас, фас, фас. Не-не-не, вот здесь. Нету никого, куда они свалили? Вот крисы, а. Крисы. Так, давайте кому-то сентрики сунем. Сентри. Уж есть. Все хп мне снял. Все хп мне снял.
Хорошо. Жесть, он меня с моноберна почти убил. На Нерубе. Чтобы вы понимали. Как мне везет, я еще ни разу не сфидил. Рошу. Руфа. Руфа искать. Нафиг нам Рошан, ребят. Руфа искать. Развернулся, на базу побежал. Чё? Что с этим Руфом не так? Го-го-го, Руфа, 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 Руфа. Там у него 8 интеллекта, ё-моё. Минус надо. В минус его. Хорошо, хорошо, я иду, я иду. Хорошо, 6 интеллекта. Опять точка невозврата у нас. Самая будет тема, когда он апнется до 8 уровня. После 8 он будет, вернее, во время 8 уровня он будет... очень медленно апаться, это будет шанс на то, чтобы прям максимально люто его хейтить. Потому что больше он интеллекта не сможет апнуть, потому что у него будет вот этот тяжелый уровень. 8 левел, один из тяжелейших уровней. 8, 11 левел, это тяжелые уровни для апа. Соответственно, не сможет он апать этот левел некстом. Поэтому как бы будет полегче тем, что сейчас он апает левел и получает интеллект, да? И мы стараемся забирать, и немного не успеваем, там не успеваем, тут не успеваем, и в итоге получается такое, знаете, вот так вот постоянно на месте. А когда он апнет 8 левел, то он уже в любом случае, я думаю, не будет успевать ничего сделать, апнуться как-то. Из-за того, что левел тяжело апается. Ребята решили там подраться без меня. Я решил пофармить себе тревела. Пойдем на базу. Пойдем на базу. Сейчас по инте там 62 интеллекта уже на стиле, на 150 дэмэджа. Жесть, руф 2.9. 20 раз руфа в таверну отправим. Ууу, нерубчик сработал. Нерубчик сработал. Так, это фазики сюда. СТшку сюда. Гемчик. О. Гемич. Гемич сюда. Дерина Дэй Хайборн. Оп, хорошо. Пойдет. Сколько там у него? У этого много интеллекта, блин, умный. Умный. Так, руф нужен нам. Руф. Руфа только надо нам. Нам все равно. Чё, куда, зачем, только руфа нам надо убивать. Руф must have. Никакой другой герой. Чекнем тут. Нету. Нету. Нам нужен руф. Он не будет выходить. Да понятное дело. Понятное дело, что не будет. Будут стараться. В ХГ го. Го. ХГ, но не драку. Вернее, не пуш. Не пуш. Не посмотрел, сколько там. О. Хорошо. Ой-ой-ой, какой врыв. И руфа, 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 главное. Все остальное пофиг. Руфа, главное. Хорош. Там столько героев отпустили просто, потому что на руфа просто хейт-шоу. Чисто хейт-шоу. Руф хейт-шоу. Не напишет. Никто еще не писал. Интересно, сколько инты у руфа там? Уже. Так, это у нас что там? Е, да? Угу, хорошо. Яшка. Гемчика, если честно, сейчас будет мешать. Наверное, либо ботл скинем. Вроде у меня все нормально с маной. Маны хватает, да? Маны хватает. Всего хватает. Есть кто?
У него там 4 интеллекта. Ой-ой-ой-ой-ой, вот он подошел, я его не видел. Блин, жалко, байбека нету, вернуться и задушить. Сколько он мне? 1000 дэмэджа со второго мне нанес. Ой, хорош. Хорош. Жесть, гем. Армлет переключи. Не смог. Пойдет. Главное, рух уже почти без интеллекта. Ой, амплификация не успел накинуть, просто ваншотнул бы его, ЕС. Уходи. Изи. Найс, пишет. Самое кайфовое в этих катках, это веселуха, которую делают ребята. КБ делай. Чай я фиданул с 22-0. Плюс 4К золота. Руф. Два инты. Два интеллекта у него. Но сейчас апнет. Шестой будет 4. Сейчас будет 4. 4 уже. Надо в минус. В минус надо его. Скотина. А сразу в ХГ побежал. Так, ну Яшу беру. Блин, опасно. Неруб сейчас будет грязь делать. Страшно. Неруб грязь будет делать. Опять в ХГ уйдет. Так, ну там опять 4 интеллекта, несгораемая точка. Гем у кого? Кто гем? Ага, Слардар гем. Хорошо, было бы круто Неруба еще по инте попустить, но он умный. Сам по себе. Герой умный. Че по МСу? 78, нормально. Сейчас как раз возьмем кнопку. Можем, но они, деф, сейчас будут... Вот тут. Спектра 27 инты, точка несгорания. Хорошо. Точка несгорания. Руб хитрый сидит. Интеллекта у него почти не осталось. Сейчас на топ. Есть травела? На топ сейчас пойдет. Руф. 100%. Хорошо. Руфа прям максимально хейтить надо. Надо в минус. Минус 5, минус 7 интеллекта. Иначе какой смысл делать такое видео? Согласитесь. Нету нигде его, да? Иди где-то, небось. Криса. Так, эска. Чё там по курочке? Ага. Вот это что-то... Жесть. Жесть, мы как эти. Шамана приняли. Опа, сюда его. Все. Отходим, пацаны. Хейт-шоу удалось. Отлично. Жесть. Так, мне одну куру можно, пожалуйста? Бедный Руф. Брат, ну извини. Так надо. Так, Саша, Яша есть. МС имеем. Меня, наверное, с одного моноберна потом будет убивать парень на Рубе. Ща инта вниз уже пойдет. Ща там еще раз. И в минус пойдет. Его не будем. Т2. Пусть выходят. Ближе. Хорошо, резнулись. Го туда. Надо искать. Либо сейчас они в ХГ будут стоять.
Там он руф, да? Стоит. Хорошо. Шаманчик. Наказать надо шамана за это. Что за дела? О, нерубчик тут тоже, да? О, руф тут. Найс. У руфа два интеллекта. Все, ноль. Все, ноль. Там ноль уже. Там уже ноль. Отлично. Все, отходим. Уже там ноль интеллекта. Там уже ноль. Сейчас пойдет в минус. Еще одна смерть и пойдет в минус. Наша задача сделать хотя бы минус 7, что-то такое. А где Кура? Я так и не дождался ее. Она мне так и артефакты не принесла. Сашу Яшу хочу. Я взял МС, чтобы успевать за Слардаром. Такова стратегия. Так, он реснулся уже. Руф реснулся. Жив Руф. Так, этот... Ага, смотри какой. Но Хекс надо будет сделать вместо Аеги. В любом случае, тут Хекс нужен будет. Гоу искать. Вон он. Че там, брат? Ноль ты, да? Ну, бывает. Хорошо. Ноль интеллекта. Куру не солью, интересно. Слил я? Нет, да, слил. Жалко. Эх, уходим. Ок. Уходите. Минус два уже, по идее. По идее, уже минус 2 инта, но я Куру слил, это минус. У Неруба 31 интеллект. Блин, тяжело выкачивать вот этих героев, да? Хорошо, что Руф взяла, да? Руф взял парень. 2.14, но нормально. 270 жжет. Так, Аега закончил. Руфа минус 2. Минус 2 инта. У него там 0, пацан, на самом деле, плюс. Минус 2 инта, еще надо. Минус... 7, 10, где-то так. Жесть, бедолага. Бедолага. О, смотри, брат, ну я тебе не помогу, так далековато. Стой. Опа, хорошо, минус 4. В спеку. В спеку. Хорошо. Блин, как офигенно в МС-то. Офигенски. Стой на месте, додерись. Хорошо. Ну, даже на вставочку. Даже на вставочку. Так, мистика возьмем еще. Вышел руф, да? Вышел. Пацаны, ФФ пишут уже. Он под колодцем, наверное, дядь. Наверное, под колодцем. Минус 4 интеллекта. Уйдите. Уйдите, минус 4 интеллекта. О, здорово. Хорошо. Минус 4. Я могу, в принципе, догнать его. Могу догнать его, у меня МС высокий. Он не выходил отсюда. О, здорово. Оп. Жесть, он меня почти с моноберна убил. О, вон и шаман. Вот и шаман. Хорошо. Почти вышел. Сейчас хекс будет. Меня Неруб почти с моноберна убивает. Почти. Руфа. Пас. Пас Руфа. Где он там? Искать надо его. Че по вардингу, кстати? Руфа надо искать. Угу. Ну, справитесь. Я не буду вылазить. Не буду вылазить. Так, нерубчик живой? Не.
Нету его, спрятался. Го, отойдем. Пусть выходит. Пусть выходит. 2.15 у пацана. Минус 4 интеллекта у Руфа. Сейчас еще надо его просветить. Смотри, смотри. Опа. Ух, 1000 дэмэджа. 1000. 1000 урона. Просто с моноберна. Не, ну так не пойдет. О, Руф вышел. Руф вышел. Подожди, я иду. И не дал мне интеллект. Это первый раз, когда Руф просто так умер. Первый раз. Нет. Поторопился Лего. Поторопился чуть-чуть. Так, ну пойдет. Пойдет, все равно задачу свою выполняем, ребят. Что у меня там, опсы, да, лежат? Тяжело через трипл-клики курьером этим играть. Жесть, 1000 с моноберна он мне дамажит. 1000. Хорошо. Хорошо. Very clever. Хорошо, хекс есть. Урну в любом случае надо оставлять, ребят. Варды. Саша, Яша и вардики. Опсы. Топорик там у тебя, дядь. Ой-о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 й. Глобалку нажимай и убивай. Нормально? Хорошо. Хорошо. Пойдет. Я уже думал, все, мне конечное. Не успел там. Хорошо. А Руф не выходит, обратите внимание. Руфа нет нигде. Руфа нет нигде. Чисто минус 4 инты. Вот этот Руф. Варды на базе. 2.16 у Руфа, но попустили мы его по интеллекту. Маны у него нету. Там Аркана даже уже в минус уходит. Аркана в минус уходит. Так, где там? Ага, Неруб жив. Неруб жив. Вон он. Минус 1 у него интеллект. Он где-то апнулся. Вот этого, го. 1000. Ух, нифига себе, он меня домагнул. 1200 с моноберна. Жесть, ну почти убивает. Отойдем. Б. Б. Пусть дефует. Минус 3 инты там. Давайте travel 2 возьмем. Блин, такой сайленсер получается мобильный. Это жесть. Это жесть. У меня 25 ассистов. Это жестко. Это жестко. Так, travel 2 есть. Travel 2 есть. Куда еще быстрее хасту? Вот было бы, да? Без ограничений. Так, ну один ФФ еще, по-моему, остается. Не пишите. Вы что, дайте. Дайте сделать еще. Дайте еще сделать. Так, где Руфчик? Руфа ищем. Руфат. Где Руфат? Руфа надо. Если что, глобалку нажму. Мне нужно Руфа видеть. Руфа видим и бежим. Тушить.
Джейсон, там у всех инты мало на самом деле. У шамана 21 интеллект, 500 маны у него. 500 маны всего. Спектра 24. Рук там стоит на колодце. Ай-яй-яй. Рук чисто на колодце стоит. Пак думает, что он... А, уйдет, да. Все, Б, отойти. Он стоит, у него нет инты там вообще. Го, деревья, рубить. И там его достанем. Парни, берите топоры. Так, гоу. Гоу, рили. Это будет контент, вы чё? Го. Ух ты, 1200 дэмэджа. Эй, 2000 на рубу. Ой-ой-ой. Давайте вот так вот в обход его. Смотри, обходит, смещается. Так, курс слили. Она стоит, Криса. А сейчас дагер будет еще. Ем отдали. Но надо, чтобы кто-то прыгнул, лего типа. Да-ля, мне дагер сбили. Прикинь, дагер сбил мне. Ай-яй-яй. Мне дагер сбили. Жесть. Жестко. Это жестко, но не догонишь меня. Если ты по мою душу. Блин, такая обида. Прикиньте, дагер мне сбивает. Я не могу, блин, кануться, чтобы инту собрать. Но это уже издевательство, реально. Ну тут... Именно такой челленджи. Наша задача прям захейтить Руфчика, бедолагу. Руфчика, бедолагу захейтить. Так, гоу гем возьму. Рекуру. Руфчика захейтить надо именно. Ребята по чуть будут одеваться. Оп, хорош. Три интеллекта у него уже. 11 левел он апнул. Три уже. Прикинь, уже три интеллекта там. Три интеллекта уже там. Ну он, кстати, вот за этот фит очень много апнул. Там кто-то умер у нас. Но немного не так тактика пошла. Ничего, захейтим еще. Что захейтим? Руф сразу в колодец. Не-не-не, Б. Сразу Б. Сразу Б. Я вот думаю, вместо гема что-то взять. Если там сейчас ребята сфидят, он еще левела апнет. Еще левела апнет. Это тяжело на самом деле. Держать прям в таком в тонусе этот левел.
Левел у оппонента. Ну, быстро он 8-й апнул, очень быстро. 11-й остался, 2-й левел. Сложное. Дальше потом быстро будет апать. Руфа. ЦМ-ка были бы. ЦМ-ка не морозит колодец. Мы так Неруба быстрее, блин, попустим по интеллекту. Жесть. Так, быстро, блин. О. Вот он. Ну, еще минус. Хорошо. Отойти. Как ЕС прыгает в туман войны? Мне всегда интересно. Забавно. Пусть дефает. Да надо дефали, пусть, чтобы они... О, ну ладно, тут соберем. 15 интеллекта у шамана, так скоро шамана попустим. Уйдите. Пусть дефает. Наруб 25. Спектра байбек с радиком. Нормально так. Нормально так. Я заюлил ее. В надежде. 260. 220. Неру преснулся. Оп, у него манабер нету, но есть карапас. Такой все. Я не буду прыгать. Не буду. Сфижу. Отойти. Отойти. Гем надо кому-то отдать. ЕСу, мне Тараску сделать. Мне Тараск надо. Гем, плиз. Гем, плиз, бери. Варды в куре. Надо, чтобы кто-то у нас вардил. С варианта другого нету. Надо, чтобы кто-то подварживал. То есть 47 минут. Пока рук не отупеет. Напишем так. Так, Лего у нас с вардиком, да? Хорошо, умничка. Ставит. Интеллекта 230. Жестко, у меня 259 дэмэджа. У меня 142 инты уже накрадено. Украл. Очень много. А чуть скоро придется Юл менять или Сашу Яшу на БКБшку. Сашу Яшу на БКБшку. 58 НТ у пака. Жесть, интересно, в целом, сколько интеллекта я тут вообще ребят позабирал. Реально очень много, наверное. Хорошо. Туда, 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 туда. Шамана можно тоже, у шамана тоже интеллекта нету там уже. Шамана тоже можно. О, вот он, вот. Опа, 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 меня не надо. Хорошо, и сюда тоже. Спека еще прилетела, где настоящая? Вон она, настоящая. Настоящая. Отойти. Дефить некому будет. Хорошо. Сколько у шамана инты, интересно? Нам бы, я вот говорю, вот тут бы рубить бы. Рубить бы. И нормально было бы. Ну реально. Он там в колодце становится. У шамана 11 инты. Шаман 11. Инта. Девять. Шамана попускаем по чуть, он не химичит. Уйдите. Пусть дефает. То есть, сколько интересно соберем. У меня дэмэдж уже как у Пуджа.
Так, ну мид у них ломается по чуть, но я так думаю, скоро уже это все будет заканчиваться, это избиение лютое. Жесть. Пака 56, где-то там. Где-то там. Так, хорошо. Пак, Нейруб, сколько? 23. Спектра 26. У Спектры вечно 26. Ну, 400 маны, 900 маны. У Пака много маны будет. Ру где-то там ходит в инвизе. Где-то ходит. Где-то ходит. Шаман, 9 интеллекта. Жестко. Это жестко, ребята. Спека. Руфчик вышел. Один интеллект у Руфа. Под глобалку надо тут выходить. Под глобалку. Руфа сразу же фокус надо. Там один интеллект у Руфа. Он вообще всю игру тупой бегает. Но мана у него есть. Мана у него есть, у него аркан. Он там что-то покупает специально на статы. А статы берет. Курочка летит. Не понимаю, зачем Руф в игру зашел. Так он... Так мы его хейтим. Опа, шаман пришел. Че? Осуждаю. Рубчик там. Хорошо, вот так сделаю. Пойдет вот этого, го? Или она? Не-не-не-не. Не, некому дефить будет. Руфа надо искать. Гирыч застрял там. Блин, а где Руф? Вон он где-то там ходит, да? Вот просто зашкирился. 2.19, пацан. Ну, проще будет шамана даже сейчас попустить. Шамана, короче. Сейчас шамана. Шаман пусть туда. Пусть дефнут. Пусть дефают. Пусть дефнут. Шамана видим, сразу убиваем. Уже шамана почти попустили по интеллекту. Жесть. А шаман, он же сам по себе интовик. Его тяжелее намного пускали. 20 раз уже нафидил. 25. 25 раз нафидил. 25 раз. Спека дефает. Шаман, вот он. 7 интеллекта. Хорошо. 5 инты там. 5 уже чисто. Жестко. Ой, сорян. Там уже 5 интеллекта. У шамана. У шамана 5 интеллекта. Найс. Но наша задача, в принципе, мы выполняем ее по чуть. По чуть выполняем. Зачем ты фидишь? Левел руку даешь. Руфа. Руфа. В Руфа прыгать надо. Ну такое. Ну не сдефать надо у них там. Апают пацаны, интуем. Пацаны не догадались, наверное. Так, ну спектра дефает, да? Блин, Руф опять там апнул, наверное, инту. Апает инту. Шамана надо. Шамана или Руфа? Шамана хотя бы в минус тоже выгоним, уже будет хорошо. Пять инты, шаман. Шаман, 5 инты. О, глобалку зажму, если что. Хорошо. 3. И зачем? Не надо, дядя. 1500 с манаберна. 1500.
Зачем так больно? Уйдите. 1500 с моноберна на Руби наносит мне. 250 своего интеллекта. Это очень много. Это очень много. Пусть дефает. Кто-то нужен такой, чтобы вот тут прорубал деревья и прошел туда, за руфом. И руфа прилетели, забрали, улетели. Но это тяжело на самом деле, колодец. У меня было два исхода контента на этот видос. Это собрать алхимику 6 бабочек, сломать колодец и стоять апать интеллект неопределенное количество времени, пока крипы не спушат, да? Либо вот так, как сейчас. Но так, как сейчас, более такая тема понятная, потому что хотя бы они могут кто-то отдефливать. Аккуратненько смотрим. Вот шаман там идет. И дабл клик. Хорошо. Хорошо. Юй, ты чё? Иди отсюда. Ай, он карапас нажал. На 2,5 улетел я. А за 5500 с моноберна нанесет. Так он даст. Ну, пробью. Жесть. Ой. Жесть. Горуфа. Под колодец. Руфа под колодцем искать надо. Но нету, не будет только вижена у нас. А, байбек. Крыса. А руф засел где-то там. Где-то он засел. Шаман, один интеллект. Все, в минусе шаман. Пусть дефают. У шамана в минусе интеллект. Мы шамана попустили в минус интеллект. Найс. Правда, я сейчас сдох, как дуралей. Вообще жестко. Где же руф, интересно? Гембы. Кем бы сюда? Выкатился. Ой-ой-ой, что это такое? Ой-ой-ой, агоним там. Ух, нифига себе. Это сейчас пойдет дрочь. Они не дефают, пацаны. Шаман реснется сейчас. Шаман реснулся. Хорошо. Ля, какой промах. У шамана минус 3 интеллекта. Минус 3. У руфа 4 интеллекта. Ну, шамана по интеллекту попустили. Дефует пусть. Туши его, дядя. Хорошо. Оп, найс. Выжили. Ля, ты куда? Сейчас я его приму здесь. Сейчас, дядь, подожди. Оп. Здравствуй. Хорошо. Жестко. У нас там сторона падает. Ох уж этот лейтгейм, когда вот такая вот пачка дитков собирается. Ой, жесть. Ну, шамана. Казалось бы, да? Вроде все ровно, но... пришлось опустить шамана. По инту. Ну, в итоге у нас руф получился минус 3, минус 4, да, шаман сейчас минус 3. Но руф уже проапался. Руф просто, короче, закрысил, как подписчик, да? И сидит. Сколько энты? 170. Украл. Руф дефает, пошел дефит. Правильно, пусть дефает. 4 интеллекта. Давай, давай. Хорошо, и шамана туда же. Хорошо. Минус 3 разума шамана. У шамана минус 5, Б. Дефает пусть. Деф, деф. Деф. Дайте посмотреть. Инту. Сколько там инты у него? Не душите. Пусть дефает. Сейчас посмотрим, сколько там инты на Аполе. Это жесть.
Это жесть. У спектры 33 интеллекта, 600 маны. Жесть, но на самом деле очень-очень много интеллекта своровали. 174 инты своровано. Сейчас шаман рестница, рубчик рестница. И посмотрим, чего у нас получилось в целом. Ампак опять пошел куда-то. Ампак пошел. Криса. Эй, здорово. Что ты хочешь от меня? Нарубчик. Шамана, сколько инты? Шаман, минус... А, минус 4 инты было, уже стало 2. Апнул, крипов. И 2 интеллекта у Руфа. Это жестко. Шамана первого. Это минус 4 интеллекта будет. Шаман первый, минус 4 интеллекта. Хорошо. Отлично. Б. 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 Пусть дефает. Пусть дефает. Жесть. Шаман опять минус 4, Руф минус 2 уже. Жесть. Но уже 61 минута, 55 фрагов наколочено. И при том, что 33... 112 на 27. Жесть, мы их передоминировали. 178. Урон с руки, смотри. Это жесть. Урон с руки. Урон с руки лютый. Спеку не трогайте. Шаман вышел, да? Сейчас смотрим на шамана. У меня минус 4. Сейчас минус 6 будет. Минус 4. У меня минус 4. Сейчас минус 6 будет, бро. Вон, гоу. Ах ты! Прикинь. Не надо. Эй, что за подстава? Руфа, Руфа, Руфа. О, нет, не-не, Б. Минус 6 у шамана. Не трогайте ее нафиг, эту спектру. Пусть дефает. Жесть. Смотрите на мой дэмэдж от волка. Волк мне добавляет очень много. Сколько? 180? Соточку дэмэджа добавляет. Жесть. 300 дэмэджа с руки. Я руб там засел в канаву. Канаву. О, лагаю. Лагаю. Варды, г. Тенты. Так, шаманчик выходит. Рубчик. Он шаман. Так, шаман минус 8. ББ. Шамана попустили по интеллекту. Это жестко. А Еги забрал Неруб. А, лол, откуда Ега там? Нормально. Питра застряла. Что это такое? Посмотрите. Ой, нерубчик. Ноль интеллекта у Руфа. Руф просто ноль интеллекта. Руф, ноль инты. Шаман, минус 8. Ай-яй-яй. Это жестко. А что если? А что если? Шаман, минус 7 инты, гоу. Опа, кучка навозная. Кучка навозная.
Жаль, глобалки нету. Так, руф есть. Шаман, минус 10. Б. Минус 10 у шамана. ББ. Шаман, минус 10. Кура, хен. Кого-то там фидит, а? Да не фидит, да? Здрасте, у меня инты. Конечно. Хорошо. Да, закрыто, плюс я вспомнил. Раз-то тупее руфа стал. Жестко. Не, ну работа, быстрое реагирование. 56 фрагов наколотили. Но на самом деле у меня еще 36 ассистов. Тут вообще под сотку фрагов можно было сделать, но по большому счету. Большому счету можно было. Где? Не выходят они. Они не выходят. Но спека там в дефе. Она не может спектралом выйти, что ли. А они же в колодце стоят. Смотрите, шаман минус 10, руф минус 2. Ой, бедолаги. Шаман минус 10, руф минус 2. Пусть дефают. Бедолаги. Жесть. Шаман минус 10, рух минус 2. Запомнили. Ждем, выйдут, еще зацепим. Спека 35 интеллекта. Чуть поумнело. Они даже не выходят. Понимают, что дело такое. Как ему маны вообще хватает? Вот этого можем? А, отстань. О, сейчас походу мне сделают. 1700 с манаверна. Вот психа. 1700 с манаверна. 1700. Иди сюда, дяденька. Ладно, спеку туда же. Хорошо. Пусть дефают. Ну, руфа, ладно, руфа. 0, минус 2 интеллекта, руфу еще можно? Нет, не успели руфу. Ну, у руфа осталось 0 интеллекта, а шаман, по-моему, минус 12 мы ему сделали уже. И это жестко, ребят. В целом у нас получилась очень лютая катка на сайленсере. Сколько мы интеллекта украли, не вижу. 194 интеллекта мы украли, 281, посмотрите, какой дэмэдж. Дэмэдж, как у Пуджа получается у нас. Как у Тиника, у нас получается сайленсер в обличии Тиника. И получилось 58-337 сыграли. Это очень-очень жестко, но самое главное это то, что мы оставили оппонента без интеллекта. Это самое главное. Ребят, поставьте за этот видосик обязательно лайк за наши старания. Надеюсь, этот видос в целом вам понравится. Напишите, какой бы еще видос вы хотели видеть. Ну и в принципе все. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксаназис и... До скорого!